zielonych. Jamshidagi g'alabalar tabriklayman. Sunnovoq chempionatasi saytida bo'ldi. Xo'p, oxirgi 3 o'yinda 2 durang bugun g'alaba bo'ldi. 5 ochko yig'ildi. Shu 3 tur oralig'ida gap bor ediki, Qizilqum jamoasi 5 ochko yig'ish kerak edi minimal hisobda. Xo'p, bugun o'sha gaplar tarqaldi va mana shu gaplarga munosabatingiz qanday bo'ldi? Rahbariyat tomonidan sizga ko'rsatma berilgandi. Va bugungi o'yin siz uchun so'nggi imkoniyatmi? Qanday bo'ldi? Mana shu gap so'zlarga munosabatingiz. То, что слухи не просто, да, вы правильно говорите, да, руководство перед этими тремя турами, конечно, ставило задачу 5 очков, они понимали, то, что мы в таком можем не сказать плачевно. Видите, чемпионат очень такой непредсказуемый игр, да, и течение команды уже поджимают, из-за этого борьба очень внизу за выживание очень сильная. Да, не сказать, что мы за выживание боремся. Да, это правильно. Было собрание, было перед руководством, передо мной была поставлена задача, чтобы за эти три игры взять 5 очков. Да, спасибо, что ребята, то, что сегодня справлял, я, наверное, уволил. Zaxiradan tushganlar ko'rsatmalarni qanchalik bajara olishdi? To'liq bajara olishdimi? Ну, молодые, я же говорю, молодые вышли где-то с мандражом, где-то с неуверенностью. Ну, я полностью не хочу их тоже дать. Где-то когда мандраж, неуверенность, ноги трясутся. Ну, не сказать, что на 100% они вышли. Ну, вышли максимально, выполнили эту задачу. Так, я доволен. Ага, солдат. Bo'lmasa, tilashaka, omad tilaymiz. Bir 20 minut spokoyno davom etib yuramiz.